виду это действительно хорошая инициатива, и то, что увеличивает, это тоже огромный плюс. Я убежден, что увеличение материнского капитала не повлияет особо на демографический рост в стране. Мне кажется, это наоборот только усугубит ситуацию и увеличит количество несчастных семей и несчастных людей. Потому что денежная мотивация в вопросе демографии, мне кажется, это неверно. Здесь нужно мотивировать людей другими вещами. Там, повысить как-то уровень жизни в стране. Ну, как-то создавать какие-то условия, чтобы люди сами хотели создавать семьи и рожать детей, там, вторых, третьих, десятых, а не за деньги. Это точно поможет увеличить демографию в стране. Потому что молодым мамам будет проще растить детишек, проще, уже не так будет много расходов. Потому что каждая мама знает, что когда рождается ребенок, огромное количество расходов. И некоторые семьи даже думают, а заводить ли второго ребеночка нам или третьего ребенка, когда это огромные расходы. Насколько я знаю, это можно потратить только на обучение. То есть это деньги, которые тебе не даются там наличными, как многие думают. Это деньги, которые ты можешь вложить в будущее своего ребенка. И мне кажется, ну или там, возможно, купить там какую-то квартиру впоследствии ему. Сразу же появились какие-то теневые схемы, как эти деньги можно обналичить, какие-то посредники, еще что-то, как в нашей стране, к сожалению, зачастую бывает. Тут хочется рассчитывать, конечно, на добросовестность наших граждан, вот, что они используют его по назначению. Возможно, это не является, конечно, прямым стимулом для рождения новых детей, назовем это так, но, безусловно, это приятно.